Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя Легенды. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Ребята, всем привет! Срочно поставьте лайк и досмотрите это видео до конца, потому что в этом видосике будет именно ваш состав. Играем за составы наших подписчиков. И, конечно же, мы играем на нашем топовом аккаунте сотого уровня с полной прокачанной подпиской Додзе, а также на этом аккаунте есть все персонажи, они полностью прокачаны, все платиновые и все сотого уровня. Ребята, кто хочет себе такой аккаунт, ссылочка есть в описании на нашего подписчика. Кстати говоря, если вы скажете, что от команды Detol, вам будет бонус, количество бонусов ограничено, так что ссылочка в описании, пишите и играйте на максимум, так же, как и команда Detol. Да, все верно. Так, ну что же, а мы отправляемся прямиком в турнирную арену. И сейчас возьмем первый состав от нашего подписчика. Так. Первый составщик от Рустама Насырова. Рустам, тебе лайк и сердечко. Все сделал. И подписался, лайк поставил. Красавчик, вообще молодец. И вот составщик у нас. Бибоп из фильма «Тимати и Паукус». Ого. Интересно. Круто, очень круто. Так, с Бибопом из фильма у нас, как обычно, будут проблемы. Сейчас мы его найдем. Да, кстати говоря, реально, сейчас бы классического не взять, мы постоянно берем его. Тут непонятно. Это Рокстеди. Это Рокстеди, кажется, это из фильма, да, был? Вот это Рокстеди классический. И причем, да, наверное, классический все-таки. Вот, а нам из фильма надо. Как все хорошо. Но нам нужен из фильма. Так, Тимати и Паукус, да? Тимати и Паукус. Сейчас мы его найдем тоже. Тимати есть. Паукус где-то был. Где у нас вот Паукус? Вот Бибоп из фильма. Подожди, Бибоп из фильма. Бибоп из фильма. Вот этот? Ну, конечно, видишь, он такой этот прям из фильма? Четкий. Конечно. Ну ладно, погнали. Да, похож из фильма. Ну что, поехали, берем. Ребята. Все точно мы выбрали, потому что у нас проблема с классическими из фильма. Они очень похожи, они все прям одинаковые. Но это здесь прям круто. Ребят, не забывайте, чтобы в видосик попасть, нужно поделиться этим видео. Вот кнопочка прям под видео есть, нажать ее и поделиться в соцсетях. Поставить лайк, конечно же, написать 3 персонажа в столбик в комментариях. А лучше написать 3 загадочки, а мы будем их разгадывать уже в следующем видео. Да, ребят, так, ну что же, Паукус, давай-ка начни, и, наверное, с розового пушистого друга нужно, конечно же, эту атаку. Да, совершить, да, конечно, поехали. Так, какая у нас здесь самая мощная такая, прям, чтобы разнести, вот это, кажется, да? Главное, там на разрушителя не нарваться, потому что у него, разрушитель здесь есть. Одна или две атаки даже. Да, массовые есть, ребята. А массовые атаки мы вам еще раз напоминаем, мы не используем для того, чтобы усложнить себе максимально задачу. Что было интересно. И вот 180%. Так, ну что, вот эту третью атаку с разбегу вот так. Ух ты! 9200, очень хорошо. Это очень мощно, ребята, это очень круто. И здесь у нас, наверное, локтевая атака прям по Крису. Давай Редфорду, попробуем, да? С локтя прям по Крису, потому что, ну, он и атаку, и защиту может повысить. Зачем нам ух это ты! Думаешь, да? Минус Крис Брэдфорд, ребята, у нас мощный состав, прям разрушительный состав, можно так сказать. Да. И здесь у нас сильная атака от доктора Стокмана. Но слабо прошла, если честно. Слабенько. Слабенько, согласен. Ну что, надо по доктору Стокману, да, что-то такое мощное тоже закинуть. Оскорбление тут у нас есть. Вот это что такое? Давай. Увеличить. Первая атака только, больше ничего. Это ерунда какая-то. Я крит увеличил. Нормально. Да, потрясающая атака, на самом деле. Потрясающая. Смотри, сейчас кританем. Смотри. То, что нужно. Бум, кританули, видел? Да, вот так очень хорошо. Вот так вот. Так что все нормально. Так, уменьшить скорость, шарик, разрушитель. Все-таки, ой, это тоже кажется разрушитель, да? А, нет. Это хорошая атака. На хорош. 4 вещи. Паукус у нас редко бывает, ребята, поэтому не все атаки давай, хорошо давай обычную знают. Атаку, вот первую прям хорошенько давай, по Леону зарядить. Кританем, смотри. Нет. Так он... Не кританули, не фартануло, ребята. Так он лениво бьет ногой, да, такой подбежает, такой... Пам! Ну, да, согласен. Ну-ка. 3900 атака, неплохо, и добивает наверняка наш Рокстеди из фильма, отлично. Ой, это Бибоп из фильма. Давай. Похож, кстати говоря, на Рокстеди. Похож, кстати, на Рокстеди, если честно. Вот, на морду, если не смотреть. Так, и давай просто обычная атака, эти все у нас откатились. 3400 критона, кстати говоря. Крит до сих пор у нас висит. И ну-ка, 3270. Граната.
Граната, ребята, летит. И 2600. Бросаем 2600. Очень хорошо. Отличный состав. Ребят, у кого лайк и сердечко стоит от команды Detol на комментариях, знайте, что вы попали в видосик. Ищите, ищите видео именно с вашим составом. А мы поехали дальше. У нас здесь... И кто следующий счастливчик? Так, у нас Джамиль, так, команда Detol, лайк я поставил, видео поделился, на колокольчик нажал, мой состав загадочка, вот оно что, красота-то какая. Так, прикольно. Хотел захватить 8 измерений, ах ты ж какой паршивец, это у нас Крэнк. Так. Так, дальше, классный, но опасный еще и впятером. Блин, классная загадка, кстати говоря. Классный, любимый... но опасный еще и впятером? Классный, но опасный еще и, ну, впятером, да. Так, и посвятили в Кунаичи, это Эйприл Кунаичи, я так понимаю. Шикарная загадка, просто вот класс, класс, лайк и сердечко, вот прям заслуженно, заслуженно. Где наши кролики? Вот они, опа. Кролика взяли, хорошо, и кто еще? Эйприл Кунаичи, кролики и Крэнк, все вместе. Летят все, в бой. Отлично. Всех взяли. Давайте, ребята, прям сейчас захватим всех на своем пути. И у нас первый, наверное, Крис Брэдфорд, да? Самое... Или, подожди, или Раф. Кто? Кто ты говоришь? Рафа можно захватить. Можно. Ребят, ну не забывайте, чтобы в видео попасть, нужно поделиться, лайк поставить, написать три персонажа столбик в комментариях. Это очень важно. Так, все поехали. Верно. Давай Рафа тогда захватим колесом. Колесо мощное, опасное. Рафик получает колесом прям... На пол запас здоровья, нет? Да, ух, ты, смотри, все снесли. Да, все здоровье снесли. Очень мощная атака, нереально здорово, крутая. Ваш. И, конечно, Крису Брэдфорду, я думаю, веер сейчас можно запустить в подарок и снести. Ну-ка, веерок полетел. 7000, хорош. Слушай, сегодня прям бодрая команда у нас собралась. Да-да-да, хороший подбор вот прям персонажей от наших подписчиков. Молодцы, красавчики, пишите, не забывайте, чтобы в видосик попасть. Так, ну что так, у нас? Так, Росли массовый применил, но не так эффективно. Адони защита, ну, конечно же, защиту верпи. Да, защиту, конечно же, никак. Ну, давай по нему атаковать. Да, давай. Почему бы нет? Уклонение повесили. Жалко, что у нас у Крэнга только одна атака, но она хорошая, если честно. Прям она хорошая, смотри, 3800, прям очень бодро. Так, телекинезик. Можно использовать, да, давай. Бам-бам-бам. Ну-ка, Эбил на еще 2000. Слабовато, конечно, могла бы посильнее. Ну, под защитой, видишь, защита прям. Просто мощнейший торнадо от слэша. Мощнейший, но что-то как-то сильно много нам не покоцали дамага. Это так, хорошо. Так, массовая атака от Роксади прилетает. И Донни... Ой-ой-ой, 700, слабенько, слабенько. Донни никогда не отличался хорошим мощным дамагом, и мы его отправили в нокаут. Но у него последняя атака, по-моему, там на 200 увеличение аж мощности. Да-да-да, есть такое. Ну что, обычной атакой мы атакуем. И ну-ка, здесь 2400. У Эйприл у нас вообще пропускает ход, получается. Получается так. Так, и... 1700. Опа, защита, ребята. Ну вот мощную атаку бы сейчас вызвать бы нашего кролботика, и он бы всех раскидал. Но мы еще успеем это сделать. Да, кролботика бы очень хотелось вызвать. Но, к сожалению, массовый используем только против вот одного. Вот сейчас у нас слэш остался. И как раз подходит очередь кролбота. Но там у Эйприл Кунаичи энергетическая сейчас будет атака. Энергетическая вот. Атака, ну-ка. Да, гром и молнии у нас летят. 4700 и... Кто следующий? Конечно же, кролбот, ребята. Кролбот, наконец мы дождались этой мощной атаки. Используем ее и просто уничтожаем. Вот так вот, победа, победа. Шикарный состав, отличный. А мы отправляемся дальше. Да, и у нас кто здесь? Кто у нас? Это Михаил Калиткин. Миша, тебе привет, да, большой. Тебе лайк и сердечко, конечно же. Привет, Детол, можно видео? Можно, конечно. Я все сделал, мой состав загадка. Это хорошо. И да. У нас здесь суперзлодей, огромный питомец Микки, и он учитель. Ну, это прям шикарно, и все понятно. Четко. Учитель есть, огромный питомец Микки есть, и суперзлодей тоже здесь. Поехали в бой. Берем всех и отправляемся. Да, не забывайте, ребята, что нужно поделиться, лайк поставить, конечно же, и написать в комментариях три персонажа столбик или три загадочки по персонажам. А мы будем их разгадывать. Так, смотри, и здесь у нас уже кошечка есть, и хорошая атака от супершредера прям 3800, хорош. Да, неплохо, неплохо. Сенсей добьет ее. Ну давай просто обычный, я думаю, добьет так. Ай, не добил. И...
Бывает. Не добил, к сожалению. Апа, 2800, все-таки справился. Да-да-да, все нормально. И здесь у нас, конечно же, от доктора Роквеля телекинез. Ну, мимо промахивается обезьян. И у нас у Майки половина. Дони, смотри, массовую атаку использовали. Опа, Супер Шреддер немножко досталось, мне кажется, больше всего прям. Да, Супер Шреддер пострадал, но зато Сенсейчик раздал две контратаки, и мы этим сейчас воспользуемся. Согласен, так, ну-ка, бам! Минус два персонажа сразу, видите, ребята, какая эффективная контратака. Я думаю, что доктор Рокель очень тоже отправляется эффективно. У нас отдыхать, смотри, бам, практически. До свидули. Да. И здесь у нас защита плохо, конечно, плохо, но с Рафом одним под защитой мы точно справимся. Смотри, в нас деловые окошки летят. А это значит, ну-ка, контратака. Нормально, контратака, да, будет, это очень хорошо. Супер Шреддер добивает доктора Роквеля 100%, и остается только Рафи оригинальный. Криминальный. Да, и Торнадо Слэш поставит точку в этой битве. Шикарный бой, ребята, отлично. Ставьте лайки, пишите комменты и не забывайте делиться с друзьями. С вами была команда Тол, до новых встреч, новых видео. Пока. Пока.